Короче, Андрей, я ему говорю, я так, пойдем, мы ограбим погнали, этих. Погнали, всем стоять, никому нет лица! Всем стоять! Морды в пол! Морды в пол! Никому нет лица! Деньги, деньги, быстро, деньги! Все, что есть в кошельках, доставай! Всем здорово, друзья! С вами Варпач, Энди Фай, Клейнс, Кофи, Фрэш и Толя Следователь. И сегодня мы с вами поиграем в угарного маньячка вот таким большим количеством народу в CS GO! Сингл, дорогие друзья! Давайте, блин, -3. Вас просто сегодня ждет дикий угар, вы увидите вот этих монстров в действии. Так, я побежал! Ребята, вы прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на каналчики, приятного аппетита, приятного просмотра, мы погнали! Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Так, срочно, команда, мы убегаем, мы против двоих мальчиков, пойдемте, 5 секунд, за мной, команда, за мной. Очень мало времени, блин, оп, и не двигаемся, да, мы видим, оп, посмотрите, какие рептилии, а, видите, да, я сразу почую вас. Нет, Олег, нет, ты против чего? А что, уже нашли, что ли? О, смотри, какие они. Нет, мы сейчас увидели, как нашего братишку убили. Мы теперь зараженные, из него скоро тоже чужой вылупится. Да. Мы редкий вид рептилоидов, терпилоидов. А у нас Клейнс выходит. Терпилоиды. Так, смотри, бегают парочками, да? Смотри, что-то ищет. Толя, посмотри на них. Пойдем, Толя. Мы ищем самочку вроде тебя. Самочку? Ты хочешь оплодотворить? Да, пойдем, Толя. Пойдем. Нет, не знаю. Кирилл, я сделал все, что мог. Спасибо, братишка, спасибо. Толя, я век тебя не забуду. Я когда вернусь на землю, я тебе мемуары спою. Я буду петь. Толя, Анатолий. Сзади, Кирилл, благодаря тебе я спал. Я знаю, что они за мной бегут. Вот эти ворота долго открываются. Понимаешь, ты просто беспонтовая дичь, которая вообще ничего не может позволить. Ты посмотри, сука, они бегут. Сюда, сука. Это реально очково. Ты посмотри. Ты просто понимаешь, что в какой-то момент ты повернул не в ту сторону. Чепуха есть. Так, ну чё, пацаны, нычку. Так, а чё, кто сюда спустил? А ну, заберись обратно. Все, ребята. Так, ребята, вы уверены, что туда надо бежать? Пацаны, я не знаю, я в прошлом раунде умер именно там. Так, пойдемте сюда. Мы можем засесть здесь, но здесь не очень интересная нычка, как бы. Она такая, она не переходящая. Они уже идут. Уже? Ладно, мы тогда дождемся. Так, тихо. Не подходи! А вот это что за гранатки, я не понял. Макс, они вот там, В смысле там? А я кинул гранату эту, она засветилась. Ты охерел, что ли, Андрей? Кто тебе разрешил? Ты монстр! Ты должен нюхать! Друзья, а как они туда залезли? Ты нюхать должен, понимаешь? Телепорт там, мы в телепорте. Так, сейчас будет чисто рандом, пацаны. Да телепорт здесь. Давайте подсунули. Залезь на меня, давайте подсунули. Все в угол сели такие. Прыгай. Подпрыгни. Как? Нет, мы прозрачные. Кто там это? Кто тронет? Сзади, посмотри. Нас просто Толя обошел. Ну вы лузеры. Толя всегда... Так, Андрей, давай это. Ну я-то за что? Так, другого года. Уверен, что ты будешь? Ты видел, да, как это близко было? Да. Я прям видел молнию такую. Так. То есть там, а у них прозрачная стена, да? Может, им хае туда накидать? Да, в смысле хае? Уйди, Андрей, да телепорт же доведем. Да ёпсу ты, да вы шутите, что ли? А Толя живой остался. Толя, засыпай в криокапсулу, запрыгивай и спи.
Запрыгивай, спи в криокапсуле. Don't do it. Да don't do it! Беги. Бля, дверь я бью! Тут ловушка на каждом шагу. Пацаны, я очень надеюсь, что вы хорошо спрятались. Да, ну прячьтесь, прячьтесь. Через 5 секунд мы выпрыгиваем. Опа, кто-то там скримера словил. Тут скример есть. А, да-да-да, ты правильно побежал, кстати, Олег. Да, нам в ту сторону. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Давай разделимся, мы сейчас найдем их. Скримеры, кстати, где-то здесь. Где-то в одной из этих комнат точно есть скримеры. Да-да-да, я четко слышал скримера. Ребята, удачи вам, вы меня никогда в жизни не найдете. Да, хорошо, пирожки. Так, ну что там, Андрей использовал тактические гранаты же, да? Блин, скример! А, ты на скриме? Это то есть монстр испугался скримера? А вон, смотри, вон в монстр бегает, вон не бегает. По тоннелю бежит. По какому тоннелю? Опа! Зашел в кабинет. Опа, вот здесь вот они. Вот здесь где-то. Вон он, вон он. И как ты туда попал? Куда? А вот туда, как ты попал? Вон проходит, слышишь, по коридору вон проходит. По какому коридору мы там проходим? Нормально. А вон они оба бегают там. Да-да-да, вижу, вижу. Сука, какой там коридор? Вон они, я вижу. Кто-то на ноуклипе летает. Вон они там прыгают, смотри, он залезает. Да как вы залезли? Сюда, пупсики, а где они вообще? По ящикам залезают. А, вон они, смотри. Подожди, а вы меня? Как они туда залезли, камон? Меня, в смысле, я по коридорам бегаю, алло, Кирилл. Я тоже по коридорам. Каким коридором? Нифига, кто за этим? Олег, рот. Вот это что такое? Олег, просто рот. Кто сейчас меня стреляет? Я чувствую себя каким-то лохом, а не этим. Монстром, который преследует жертву. Так, что бывает, лох уже самое. Я просто лох страшный, и все. О, бля, я на дверь. Подожди, где же они все? Да ёпта! Киря, ты меня не видел, что ли? Вы в одном месте, что ли, там стоите, господи. Андрей, это был я. Пойду побегаю, что ли. Так, иди сюда. Вон, Олег, пробегай, ты меня, я в ножке сижу. Ой, Олежек, давай, ну беги. Андрей, а куда ты на ноуклипе улетел? А кто на ноуклипе сейчас, сука? Кто-то это сейчас нормально? Я четко видел, на ноуклипе кто-то пролетел. Кто? Это был Андрей. Я не крашного. Только что видел, что кто-то пролетел. Сука, вот это. Ты сидел. А кто вот это вот сидит? И как тебя достать? Сука, вот когда типа играешь за маньяка, они все на этом попрячутся на ноуклипе, и хер найдешь. Слышь, а почему хищник с калашом ходит, алло? Это был рейд против мужчины. Я не был с ноуклипом. Чего? Олег, а ты сможешь допруфить это, или ты просто пи? Да, мне заснято. Да, серьезно, там покажи мне. И где же покажешь? Если не покажешь, Олег, обоссу. Нормальный предъял. Пацаны, карта огромная, но я не понимаю, как вас достать. Херня. Как вас достать? Смотри, я в вентиляции. Ну, ты сидишь... Слышь, он гранки подкидываешься, смотрит. Опа. Не снизу вентиляция, я сверху вентиляции. Да какой снизу? Да вот здесь он, смотри, где-то. Олег, он где-то а здесь. А вы же кидали? А как туда попасть? Я ничего не Олег, кидал. Ты видел, как ты хоть бегаешь хотя бы вообще как со стороны? Как туда попасть? Да он на месте стоит. Вентиляция, которая... Олег, ну, она ведет не хочешь? В ту сторону. Ну? А, я, ну вот под тобой прямо сидит. Как туда попасть? Я не понимать. Ой, я вообще тут так весь. Я не понимаю, как туда попасть, пацаны. Вот там Паша сидит с ППшечкой как раз. С каким ППшечкой? Вы какие-то... Вот как? Вот как? Где ты? Сосать. Я вижу. Подожди. Сосать плюс лежать. Как тут? Подожди. Я не понимаю, а как попасть сюда? Да вот просто вот это вот что? Ребят, подожди. А, ты просто сидишь тут? Серьезно? Да. Да, ребята. То есть это настолько тупая нычка была? Иди отсюда. Я понял. В смысле? А Толя где? Толя? Молодец, Кирилл, герой просто. Кто-то из вас пользовался ноуклипом, пацаны. Толя, верхней вентиляции. Нет, ты докажешь это? Докажу, у меня за бодикамлено, прям что ты летишь. Да? Да. Отвечаешь? Бодикамлено. Подожди, а где? Пользуйтесь экшеном. Подожди, там. Толя? Не, ну Толь, ну это читы, Толя. Да в смысле, я... Толя на ноуклипе, да, где-то? Подожди. Да не надо. Толя вообще в шахте сидит, в шахте. Я же сказал, где я сижу. Раунд завершился ничей. Да что происходит вообще? Он в вентиляции сидел, алё. В какой? Ой, красиво. В охуенной, судя по всему.
Ой, Толя, сейчас мы скушаем. Нам срочно нужно бежать. 10 секунд. 10 секунд. Все, уходим. Пацаны, у меня есть спасательная капсула. У меня есть спасательная капсула. Я наглядно показал, что... Так, это что такое? У меня азот есть. Давай быстрее. Какой азот у тебя есть? Пацаны, спасатель... Подожди. Она, по-моему, здесь. Она, возможно, здесь. Да. Сюда, пацаны. Бегом. Да вот, я вернулся же туда. Вы что? Понятно. Как вы поте... Вы серьезно? Да быстрее, не приду. Он сам попался. Мама, я так испугался. Твою мать, я посрался. Бля, пошел в пизду нахуй. Сука. Я посрался. Это просто самый уебищный раунд, нахуй, в жизни. Все, мы сейчас херачим пробег. Побежали, все побежали. Так, Андрей, по-моему, там отстает. Да. А у нас сейчас маньяки Паша и Толя также. Так, пойдем. Какой тебе свучит? Свучит, вруби, блин. А что, без свучиться никак сюда, пацаны? Они же нас грохнут. Да нихера, пацаны. Спасательная капсула есть. Я дверь прищемил, минус 75. Тихо. Не нажимай. Нажимай, валим, пошел на задницу. Нет, подожди. Блин, Толя, я видел его хвостик. Подожди. Когда скажу, нажимай. Подходит. Ну ебаный твой рот. Нас космос уносит. Это посылочка на землю. Охуенно, давай подольше раунд, блядь, давай. Дубль 2, пацаны. У нас спасательная капсула. Пойдем. Кто там опять стоит? Пойдемте. Я думаю, что это уже третий дубль, наверное. Да кого? Это 50-й дубль, наверное, уже. Все, бежим. У нас получится. Да, ничего не работает. У нас все сломалось. Нам нужно срочно в спасательную капсулу. Все, пацаны, они выходят. И маньяки даже не угадывают. Так, ребята, идите спасайте спасательную капсулу. Я слежу за палевом. Когда скажу нажать на клавишу, нажимайте. Когда скажу, нажмите. Нет, не надо. Надо без меня. Я видел хвостик. Нет, ты не видел еще хвостик. Подожди, а где они? Ой. У меня хп. Бля, что за бред? Сука, долбоебизм. Я увидел хвостик, я свалил. Ахпатлы! Мне похер, пускай побегает. Ахпатлы! Хорошо, вам там спасательная капсула. Мрази. Мне нравится. Мне нормально. Хвостик он, сука, увидел. Я же сказал, я послежу. Когда сказать, нажму. Дубль 58051. Я первый бегу, я первый сразу улетаю. Хорошо. Улетаем сразу, как приходим. И мы, самый прикол, что мы улетим абсолютно на другой корабль. И они нас никогда не найдут. В этом весь прикол. Это спасение, да? Подожди. Все, я полетел. Куда ты полетел? Подожди, стой. Меня, сейчас хвостик увидим. Подожди, они могут с другой стороны хвостик это. Нажимай! Максим, нажимай! Нажимай! Вот хвостик! Все. И... Сука! Сервер выходит. Подожди, куда они улетели? Куда сервер вышел? С Олегом обратно тэпнулись. Куда вы тэпнулись? Нас предали! В смысле? А, это новый корабль. А мы с Андреем. Подожди. Мы с тобой летим. Андрей, они друг в друге были, поэтому тэпнули. Смотри, если мы друг в друга. Я не буду с тобой встречиваться. Не буду с тобой друг в друге. Нам с тобой нужно заполонить человечество. Я против однополых браков. А тут, знаешь, на другой планете правила не работают. Ну давай, ладно, давай. Сука, я тэпнулся обратно. Тихо. Ой, тихо. Что? Что это? Тебе они кинули что-то. Они за нами бегут, что ли? Они что, летят за кораблем, что ли? Наверное, не знаю. Они бы превратились в лед. А ты уверен, что мы в космосе? Я хочу наружу посмотреть, что происходит там вообще. Не знаю. Сука, а, хотел вы едете по туннелю. А, да? Да, еще чуть-чуть ждите. Я тут почему? Вылежу, тут поставлю, типа, музыку из лифта. Типа, мы едем. А что за сервер выходит? Что там было? Я вылетел. Я вообще хуй знает, почему сервер без нас вышел. Скоро мы там приедем? Ну там осталось чуть-чуть. Ну, блядь, знаешь, окошек тут нет, как бы, не скажу.
Так, все, давай. О, наконец-то мы приехали, Андрей. Все. Здорово, пацаны! Добро пожаловать на землю, твою дивизию, мою роту! Я его закрыл, смотрю. Он сейчас поедет дальше. Толя, пока. Пока. Че за ватафак? Откуда они тут появились вообще? Киря, прикинь, было пиздато его закрыли, чтобы он уехал без нас, и он заходит в тайминг, и двери закрываются. Так вот ты сейчас с собой увез. Посмотрите на этого монстра, который обосрался просто. Такая дура стоит и обосралась. Вы меня найдете, пацаны, нет? Подожди, где Олег? А ты где, скажи, и мы тебя найдем. Да. А, Олег еще... Олега вообще не видно. Сука. Олег прям вообще без палева 3000, мне кажется. Вот прям то, что надо. Сегодня какая-то... Я подожду, пока они умрут. Я прилетал на этом, на лифте, и, короче, видел, как он слева от меня что-то кинул куда-то. А то но я не могу выйти, Паша. Я еду еще, да? Ты едешь? Ладно, хорошо. Но меня Андрей отправил, я лечу. Цивилизованно едешь, как нормальный человек. Че тебе нравится? В конце концов, Паша, я троих сожрал. Давай это, Олега. Так, подожди, Олежек, где ищи, ты у нас? Ищи его. Так. Ну, я типа монстр же, да? Ой, ну наконец-то я долетел. Чё, это Олег самый... спрятался. Смотрим, как Олега не видно. Олега недалеко от тебя, можешь убегать, спокойно бегать. Но они относительно далековато. Вам надо там, где вы убили, ну типа где вход. Первый был. Вот кто тут приехал сейчас? Толя, ты же приехал? Тебе надо было выйти и налево. Главное. Олег, у тебя рука. Тихо, ты где он, блин? Выходи! Теперь башка торчит. Все равно все это порежем. Серверы присоединяются. Это я вошел и сервер присоединился. Руку бери. Ки-ти-ти. Олег вышел. Что ж вы, тетя? Бнюти-тити. Ня-ми-ня-ми-ня-ми, цикушимай-тами. Ну как ты быстро бегаешь, какой-то противный, страшный. Он реально еще ручками. Он ручками так делает. Охренели, гляди. Молодец, 9 секунд, 7. Ты это, Рипли Скотт из... Да! Выжил, прикинь! Сика-сика, но все равно хоть сожру. Прикинь. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился такой угарный маньячок CSGO. Если да, то не забывайте подписываться на все наши канальчики. Все нужные для вас ссылочки находятся в описании. Даже ссылку на карту для вас оставлю, потому что она реально угарная. Вы можете вместе с друзьями здесь поиграть в маньячка. Ну что ж, всем еще раз спасибо, всем удачи и всем пока, друзья! Всем пока! Всем пока! Всем пока, а быть может и пока, подпишись на канал, на канал.